Так, у нас умный пластилин, умнее, чем люди, называется «Сривна вода». Ну, не умнее, не очень. Ну, посмотрим. Вдруг у него там искусственный интеллект. Он у нас что там, рветься, тягнется и что робить? Стрибает. Та тягнется за магнитом, магнит входит до комплекту. Так, у нас здесь магнит. У нас раньше был такой тоже синий, красный. Сейчас посмотрим еще «Сривну воду». Коробочка немножко примята, кстати. Не знаю, кто там что ей забивал, гвозди, может. Ну, раскрываем. Так, о, это натуральный кусок асфальта. Там синий был, а это такой серый. Ну, есть, да? Он такой. С блестками. Ну, он такой прям... Мягкого есть. А, он ну, как, как синий тогда. Да-да-да. Давай, отдирай. Отдирай этот магнит. Он похож как на вот этот графит, который мы тогда покупали. Да-да, был такой. Такой так, магнит. Есть. Он тяжеленький. Ну, такой же самый, как синий тогда был. Узор остался. О, это от магнита. Похоже на так, серебро. Давай драть, рвать. Ой, вот. Разорвался. Его там. Вот хвостик. Вот притягивается к нему. Притягивается? Прыгает, не? Прыгнул уже, да? Она не увидела. Прыгнул. А шарик скатай. Шарик красивший. Красивее. Я тоже скатаю маленький. Я не успеваю заснять, как он прыгает. Классно прыгает. Давай два шарика рядом положим. Что ж ты сделал? Что ж ты сделал? Давай шарик катай. Я хотела посмотреть, какой из них быстрее запрыгнет. Вот так два рядышком положи. Мой и твой. А, так они одинаковые. Я думала, мой меньше. Ну, давай. Два глаза. Это был мой? Это мой. Да? А мой что ж? Не хочет? Мой отказывается. Давай, подноси. Ой. Мой тоже прыгнул. Только попозже. Но он какой-то немножко тормознутый. В общем, тянется, да? Мы уже попробовали. Рвется. Да, это какого-то... Ой, Майнкрафт какой-то сделала. Ну, почти. Только похоже на Стива. А, ну да, можно и так. Зрачок. А я сейчас сделаю шарик и сделаю ему вот так вот. Прых, 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 прыгает. Ой, улетел. Ну, вот такой пластилинчик. Да ну, ты ж неровный сделала. Куда же кирпич такой кидаешь? И стол сейчас развалишь. Вот, смотрите, какой он красивый. Всем спасибо за внимание.